Всем привет, меня зовут Лана, и это канал о вязании. И это видео я решила записать на тему вязаных вещей из масс-маркета. А если более конкретно, то на тему вязаных топов стоимостью до 3000 рублей. Вы можете спросить, зачем масс-маркет, зачем все это вязать. Я думаю, в принципе, любая среднестатистическая девушка, любой человек, в нашем случае, конечно, все-таки девушка, потому что тема это топы, в любом случае ходит в магазины, и когда вот постоянно у нас в магазинах, на манекенах мы видим эти вещи, все равно это сильно влияет на общие тенденции в моде. Я думаю, в любом случае, чаще в городе, на улице вы можете встретить человека, одетого в какие-то вещи не слишком дорогие, не люксовые. Поэтому я считаю, это стоит взять на вооружение и тем, кто хочет их связать, и тем, кто не хочет. А особенно для тех, кто меня смотрит, кто вяжет, я думаю, это очень здорово, потому что вы можете связать эту вещь под себя. Не всегда в магазине можно идеально найти идеальный топ, который идеально сядет, потому что зачастую, вот у меня, например, такая очень проблема, наверное, распространенная и довольно-таки серьезная. Очень сложно найти вещь, мне кажется, не знаю, между двумя размерами, то есть вот S-ка, M-ка, и вот у меня какой-то размер между ними, и очень сложно зачастую бывает найти. S-ка слишком маленькая, M-ка слишком свободная. Конечно, все зависит от бренда, но эта проблема очень часто меня преследует в примерочных. Итак, после такого небольшого вступления я просто пущу фотоподборку под музычку, чтобы вас не утомлять своей речью, а вы просто смотрите, что-то берите себе на заметку, обязательно укажу, что это за бренд. В принципе, всего будет 4 бренда. В общем, приятного просмотра. Trust, yeah, no, I